А в Волгоградской области прошел круглый стол, темой которого стало сохранение и развитие духовно-нравственных традиций казачества в системе образования, опыт и перспективы. Организатором мероприятия в станице Березовская выступил отдел по взаимодействию с казачеством Урюпинской и Новоаннинской епархии. Участниками стали преподаватели средних общеобразовательных школ, использующие в своей работе казачий компонент. Перед началом мероприятия ученики Березовской кадетской школы выступили с творческими казачьими номерами. На круглом столе участники представили свои доклады, в каждом из которых была затронута тема сохранения и развития духовно-нравственных традиций казачества в системе образования. Мы надеемся, что педагоги обменяются опытом, покажут свои какие-то передовые наработки и достижения, которые они уже наработали, опыт, который они приобрели за много лет преподавания и обучения в кадетских школах. Потому что это самое главное – обращать внимание на наше с вами подрастающее поколение. От того, какими будут наши с вами дети, зависит будущее нашей страны, нашего казачества и нашей православной церкви. Человек становится, терпимый. Он терпимый и, прежде всего, я думаю, понимает, что здесь рубить шашкой, простите за такое выражение, но я думаю, что к сегодняшнему к событию мероприятия это как раз подходит. Ни в коем случае нельзя. Нужна очень аккуратная, кропотливая и терпеливая работа, чего я вам всем и нам желаю.